Всем привет, мои дорогие! Сегодня мой день рождения, уже вечер. Мы сейчас едем в ресторан на террасу с видом на Акрополь. Покажу вам, что на мне. Я сегодня вся в белом. Белая футболка, белые новые джинсы, обувь кремовая, ну, можно сказать, тоже белая, и сумочка Lagerfeld тоже. То есть у меня такой total white. Маечка Кос, джинсы Zara, обувь французский бренд Джонок, если я правильно произношу. И, ну, сумочка моя Карл Лагерфельд. Вот так вот я выгляжу. У нас очень тепло, приятная погода, пока жары нет. И просто изумительная солнечная погода, такой свежий воздух, морской бриз. В общем, все замечательно. Все, мои дорогие, мы поехали уже сейчас. Скоро приедет такси, мы выезжаем. Немного вам поснимаю. И все, до скорой встречи. Вот такая красота у нас во дворе. И что-то ветер дует. Но я думаю, меня будет слышно. Розочки. Был тут целый куст, они отцвели. Вот такая красота. Едем. Лидуш. Да. Водитель говорит с кем-то. Я какие-то слова понимаю и догадываюсь, о чем он говорит. Я надеюсь, что он не понимает, что говорю я, но я ничего плохого не говорю. И я Лидуша говорю, он об этом говорит, он о том говорит. Вот так вот. Мы приехали чуть раньше, пока еще не поднимаемся. Решили тут пройтись в центре, но здесь очень красиво. Там чуть дальше Плака начинается. Ну вот туда немного пройти, но здесь тоже улочки очень-очень красивые. Я так чуть-чуть поснимала немножко. И уже сейчас идем в сторону нашего ресторана. И здесь вот за моей спиной такая небольшая галерея. Сейчас вам покажу. Продаются произведения искусства. По-моему, все очень миленькое. Сейчас давайте я вам покажу, посмотрите тоже. Вот такая галерея Джани. Смотрите. И внутри там тоже много интересных статуэток, кто любит. Очень мило. Мне кажется, очень мило. Вот если вы любите, будете в Афинах, имейте в виду. Я вам показала, как называется это место. Вот. А здесь ресторанчик какой-то, а мы идем уже к нам. Очень классный ресторан, нам нравится. И плюс вид здесь просто потрясающий. Не только на Акрополь. Вот Акрополь сейчас перед моими глазами. Но и на Афины. Шикарнейший вид. Я, наверное, под видео напишу название. Будете в Афинах, обязательно приходите сюда. Получите удовольствие. Тут очень классно. Очень красиво. Такая терраса. Тут можно сидеть и inside, внутри, и outside, где мы сидим. Очень-очень классно. Вот ресторан, в котором мы были на дне рождения Лиды, он тоже классный, но этот лучше, этот нам больше понравится. Но тут на самом деле очень много террас, но не везде такой шикарный вид. Хотя там тоже было очень классно, тоже вид классный был, но здесь просто что-то невероятное.
Сейчас я вам вот так вот немного покажу. Ну и я понемножку снимаю. Покажу вам, в общем, все. В общем, шикарно. Погода изумительная. Небо потрясающее. Скоро закат. В общем, все, мы сейчас будем есть, отдыхать. И официанты тоже очень классные. Они поняли, что я немного говорю по-гречески. Ну, как я говорю? Это смешно, но так, чуть-чуть что-то понимаю, что-то могу сказать. И говорят, а ты можешь прочитать? Ну, тут меню на греческом и на английском. Я говорю, да, конечно, прочитала практически все правильно. Ледуша говорит, экзамен сдала. В общем, очень-очень весело. Очень классно. Тут музыка такая тихая, приятная, играет. Не громкая, но я ей говорю тоже тихо, потому что люди сидят вокруг. В общем, очень такое милое, классное место. Нам очень нравится. Добрый вечер, мои дорогие. Мы уже вышли, спустились вниз, ждем такси. Сейчас машина уже подъезжает за нами. Очень хорошо провели время, очень понравилось нам это место. Этот ресторан находится в отеле, но я, как и сказала, внизу оставлю название ресторана. Очень нам понравилось, да, Ледуш? Очень красиво там, внутри атмосферно. Кстати, порции не такие большие, но чем дороже ресторан, тем меньше порции, как обычно. Но все очень вкусно. Нет, они нормальные, не то, что прямо совсем маленькие, но не такие большие, как обычно. В Афинах. Все очень вкусно, нам все очень понравилось. В общем, все отлично. Настроение прекрасное. Да. Шумно, но это Афины. В любом районе Афин, да, шумно всегда. Неважно, это самый центр или это район у побережья. Вот. И, конечно, многолюдно. Хотя здесь, вот именно на этой улице, не так много людей, в принципе. Но все равно немало. Шумно. И весело. Это Афины. Это Афины. А здесь вот паркинг. Как раз вот тут несколько паркингов прямо рядом с этим отелем. Оптика, кстати, тут. И такой интересный балкончик. Сейчас давайте я вот так вот встану и вам покажу. Вот видите? Вот такой оригинальный балкончик. И здание тоже, кстати. Тут тоже очень мило. И тут очень много интересных зданий. Вообще, Афины очень. По-моему, Ледуш наш такси едет. Там посмотри. Не видишь? А, мне показалось, да. Это не наше такси. Тут очень много интересных зданий.
оригинальных. Это он? Нет, это не он. Но сейчас он подъедет. Вот. Очень много красивых, оригинальных зданий, улочек таких. Ну, очень-очень интересный город. Здесь надо ходить, все смотреть. Вот он, пошли. Вон, посмотри, вон он, все, пошли, мы идем. Ладно, сейчас мы дойдем, я включусь из машины. Едем домой, вот тут музыка играет. Я не знаю, ну, правда, тихо, может быть, и YouTube не забанит. Будет нормально. Вот, на чем мы остановились. Лидуш, не помнишь, на чем мы остановились? Да, в общем, нам очень-очень понравилось. Классный ресторан, такой атмосферный, виды потрясающие просто. На Афины, на Плаху. Ну, в общем, шикарнейшие виды. И даже можно остановиться в этом отеле. Он находится в самом центре, там до Эрму буквально идти, ну, может быть, минут сколько, 5, но параллельно Эрму находится. То есть такой хороший отель. Немножечко вам показала. Ну и на крыше ресторан. Терраса. И внутри тоже можно сидеть. Вот. Так что хорошо очень провели время. Вообще день как-то сегодня пролетел так очень быстро. Хотя я сегодня проснулась достаточно рано для себя. Потом поспала еще часа два. Ну, потому что мне нужно было привести себя в порядок. Хотя я вчера уже все сделала, но тем не менее. И хотелось как-то быстрее привести себя в порядок. Потом поздравления, то есть это 10-е. И как-то очень быстро пролетел день. И к вечеру мы уже... А? Да, быстро, да, как-то. Всегда так. Вот, кстати, твой день рождения, когда был, то же самое. То же самое, очень быстро. Вообще, когда какие-то праздники, дни рождения, дни, ну вот день пролетает очень быстро, время летит очень быстро. И как-то так вот не успели оглянуться и стали собираться в ресторан. В общем, очень классно, хорошо провели время, отличный день. Но он еще не закончился, да? До конца. Вот, но тем не менее, очень хорошо, позитивно. Столько поздравлений, очень приятно. Всем, кстати, огромное спасибо, кто меня поздравил. Большое вам спасибо, очень приятно. Всегда очень приятно получать поздравления. Вот, так что да, вот так вот, погода шикарная, тепло, но не жарко. Даже свежо сейчас вечером, я бы сказала. Воздух шикарный, но в центре один воздух, а у нас, конечно, другой. У нас прямо пахнет морем, и, ну, это потрясающий аромат, конечно же. Вот, так что вот так вот. Что еще сказать? Все хорошо, все классно. Вот, ладно, тогда на этом все, мои дорогие. Такое получилось коротенькое видео, немного поснимала, показала вам, передала атмосферу, я надеюсь, Афин немножко и этого ресторана. И тогда до скорой встречи, да? Что-то ты хочешь? Тогда до скорой встречи, мои дорогие. Всех целую, обнимаю. Всем всего самого хорошего, отличного настроения.